Итак, всем привет. Небольшой такой обзорчик, потому что многие спрашивают, как чего. Ну, сейчас попробую все рассказать. Итак, кленовый сок, наверное, сейчас уже отошел. Ну, еще не отошел, но, по крайней мере, пока солнца нету, особо сок не идет. Ну, поэтому будем сейчас настраивать березовый сок. Это видно, нашел березу, на которой стоит вот такая пластинка, это по старому способу. Вот, собирали похожий сок. Ну, вот, я немножко это делаю по-другому. Для этого нам понадобится капельница. Ну, вот, иголка, естественно, нам не нужна. Вот. Иголка нам не нужна, получается. Ее потом аккуратненько выбросим. Ну, вот, нужна сама капельница. Я делю ее на две части. Вот. Вот так вот прям. Вот. Колпачок это тоже в кучу. Вот. Дальше беру шуруповерт. Вот. Сверло здесь стоит 5 мм. Это вот для этого наконечника. И 4 мм для второй стороны. Вот. Не сдергиваю ничего, потому что иначе потом не запихнешь. А здесь диаметр, по-моему, самой капельницы 3,5, если что, потом ставить. Вот. После чего сверлю в подходящем мне удобном месте отверстие. Всю стружку, естественно, отсюда все она вылетает, и мы видим, что покапал наш сок. Ура, сок пошел. Можно было бы, конечно, но в дальнейшем сок начнет спускаться по коре и в банку попадать не будет. Для этого я вставляю вот этот конец в наше отверстие. Меняю сверло на четвертую и рядом сверлю еще одно отверстие. Вот, и беру второй конец капельницы и вставляю уже в эту дырочку. Сок теперь у нас начал постепенно спускаться по трубочке. Также опускаем его в банку. В принципе, вот и все. И здесь уже у нас спасибо, пока.